Здравствуйте, Виктор. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик на моем тестовом объективе. Сейчас я его проверю в моей камере. Смотрите, я запрограммировал фокус на расстояние 58 мм, диафрагмы от 2 до 16. Первоначально, когда вы будете устанавливать одуванчик на ваш адаптер, установите его на двухсторонний скотч. Вот маленький кусочек двухстороннего скотча крепкой клейкой ленты я вам высылаю. Этого вполне достаточно по калибру. Вставляете калибр. Одуванчик должен касаться контактами внутренней стенки калибра. Не вдавливаться в них, а именно касаться. Все контакты должны касаться внутренней стенки калибра. Установили по калибру одуванчик, отметили границы его посадки. Обязательно зачистите черную краску с переходника, иначе потом он не будет держаться ни на клее, ни на клейкой ленте. Наклейте на скотчик, проверьте, убедитесь, что ваша камера показывает диафрагмы. Только после этого еще раз правильно отметьте все границы посадки одуванчика. И установите его на клей. Клей ни в коем случае не наливайте непосредственно из тюбика на адаптер. Откройте тюбик клея и зубочисткой, которая тут тоже лежит в комплекте, возьмите маленькую капельку и нанесите на место установки одуванчика. И потом только на это очень небольшое количество клея наклейте одуванчик полностью на ваш адаптер. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.